Я Алексей и это программа. День. Люди. События. Сегодня мы говорим про события 2 марта. Опубликована статья Иосифа Сталина «Головокружение от успехов». 2 марта 1930 года в газете «Правда» опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов о перегибах на местах, допущенных при коллективизации». В ней Сталин осудил многочисленные случаи нарушения принципа добровольности при организации колхозов. Он критиковал излишнюю ретивость в деле раскулачивания, жертвами которого стали многие середняки. Вся ответственность за допущенные ошибки возлагалась на местное руководство. Надо сказать, что решение задачи коллективизации осуществлялось за счет раскулачивания не только кулаков, но и середняков. Насилие являлось основным методом объединения в колхозы. Крестьянство на этот шаг ответило массовым недовольством и открытыми выступлениями. Перед лицом фактически развертывающейся гражданской войны сталинское руководство решило сманеврировать. Так называемые перегибы были осуждены, предлагалось пересмотреть отношение к середняку, допускалось в отдельных областях как временная мера. Прекращение расселения кулаков на время Сева. Выражение головокружения от успехов вошло в число крылатых фраз в русском языке. Следует отметить, что всего через два года после выхода в свет этой статьи был принят знаменитый закон о колосках который за хищение колхозного и кооперативного имущества предусматривал расстрел с конфискацией имущества, а при смягчающих обстоятельствах мог быть заменен на лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. В качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников относили угроз со стороны кулацких элементов предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с заключением в ГУЛАГ осужденные по этому закону не подлежали амнистии. Закон часто применялся в случаях, не представлявших никакой социальной опасности. Название закона о колосках он получил из-за того, что по нему осуждались крестьяне, из-за голода срезавшие неспелые колосья зерновых колхозного или совхозного поля. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.